Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. С 1 сентября этого года штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать через портал госуслуг. Это касается взыскания, выписанных камерами фото-видеофиксации. Кроме того, изменится правило исчисления даты получения постановления. Это будет следующий день после дня размещения документа в личном кабинете на госуслугах. Для этого гражданин должен будет дать согласие на получение писем счастья только через упомянутый сайт. Трасса 101. Около 40% российских автомобилистов стали реже садиться за руль, чтобы сэкономить на бензине. 22% нашли заправки с более низкими ценами. Каждый десятый ради уменьшения расхода топлива перешел на плавный стиль вождения. Это данные опроса, проведенного порталом auto.ru. Наконец, каждый четвертый респондент заявил, что ничего в его автомобильной жизни не изменилось. Трасса 101. ГИБДД напоминает, пользователи электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности с точки зрения ПДД – пешеходы. Поэтому им категорически запрещается выезжать на проезжую часть, а при переходе дороги устройство необходимо взять в руки. Кроме того, госавтоинспекция рекомендует таким гражданам использовать защитную экипировку, не разгоняться быстро и соблюдать безопасную дистанцию в людском потоке. Трасса 101. АвтоВАЗ обзавелся очередным иностранным специалистом, да еще каким. Майлз Нюрнбергер последние почти полтора десятка лет работал дизайнером в Aston Martin. В Тольятти он будет отвечать за внешность новых моделей «Лада». А предыдущий главный дизайнер волжского автозавода, испанец Алехандро Масонеро Романос, перешел на работу в «Альфа Ромео». Добавлю, ранее руководство АвтоВАЗа заявило, что через несколько лет предприятие перестанет делать машины дешевле 1 миллиона рублей. Трасса 101. Не знаю, что должно щелкнуть в голове у человека, чтобы он решил угнать полицейский автомобиль. Щелчок при виде одиноко стоящей, незакрытой «Шкоды Октавия» 1-го спецбатальона ГИБДД в Москве ощутил 36-летний гость российской столицы. Мужчина, недолго думая, сел за руль машины с мигалками и укатил. Чтобы поймать его, в главном городе страны объявляли план-перехват. Свой поступок задержанный объяснил словами «черт дернул». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.